Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. С праздником греков! С Рождеством, друзья! Ну, Россию не поздравляю, потому что у них пока нету Рождества. А наши в Греции все празднуют Рождество, друзья. Хочу я сегодня приготовить праздничную курочку. Как я ее буду мариновать, что буду делать? Давайте приступим, друзья. Так, возьмем мы нашу курочку. Так. Да. Курочка у меня средняя. Немножечко я ее так слегка посолю. Так, друзья. Взяла я красный паприку, перец, черный, чили, перчик, горчичку, майонез и соль. Все это дело перемешаю. А, немножко можно орегано, друзья. Орегано. Можно слегка и орегано. Так, слегка. Это нам тоже нужно будет. Итак, друзья, засучим рукава и начнем. Это все я сейчас перемешаю. Все вместе соединю и буду смазывать курочку, друзья. Наносим маринад. Так, нашу родименькую хорошенечко смажем. Перевернем. Тут у нас кусочек. Положим его внутрь печень. Так, друзья. Хорошенечко. Это мы. Сейчас, друзья, немножко помассажируем нашу курочку. Вот так. Все это дело вотрем внутрь. Угу. Перчатки слезают. Итак, друзья, сейчас заполню я внутрь. Что-то там мне не нравится, сниму. Так. Все перчатки сниму. Итак, внутрь в курочку я заправлю рис. Руки пачкать. Чем можно поддержать? Ложечкой буду туда заправлять. Так, заправим наш пачкала. Так, друзья. Думаю, этого нам достаточно. Так. Внутрь лимончик. А, и выжму я на рис тоже лимон, друзья. Можно и на курочку полить лимончиком. Внутрь.
Капусточку не надо. И печеночку тоже внутрь. Ага, друзья. Вот как-то так. Теперь что мы будем делать? Возьмем мы наш... жаровник. Все это дело перенесем. Смахну все приправу. Неохота пачкать ручки, друзья, уже перчатки сняла. Не надо, это все почистим. Сверху орегано, слегка. Так. Так, для свали немножечко соль. Вдруг мало. Так, друзья, обильно польем лимоном нашу курочку. Так. Режу я картошечки. Картошки возьму мало, потому что у нас едоков мало. Завтра наши приезжают внуки. Сегодня мы дома трое. Уже завтра уже будем готовить больше. Нам этого достаточно. Отпразднуем праздник и все. Ага, друзья, вот. Грум-грум-бум-бум. Все картошки внутрь. Я режу картошки вот такие крупные. Итак, друзья, тоже это все внутрь. Бумаги, конечно, мне надо тонну. Да, друзья. Все это дело. Берем, посолим наши картошечки слегка. Так. Я хочу на картошке немножко майонез. И немножко горчичку. Нравится мне, друзья. Немножко лимон. Все это дело. Ага. Немножечко орегано. Так, друзья. Паприку. Ой-ой-ой-ой-ой. И черный перчик. Так, друзья, слегка перемешаем. Есть у нас еще рис. Вчера готовила я лук-порей, и рис заправили внутрь. Друзья, нам до этого достаточно. Я хотела показать вам, как я мариную курочку. Так, и вот такое оливковое масло, друзья, замороженное. Слегка польем на нашу курочку. Вот так, достаточно. Итак, такой у нас маринад. Такая курочка, друзья. Буду я ее запекать и продвинемся вперед.
Давайте, пока наша курочка запекаться будет, мы почистим с вами брокколи, приготовим салатик. Промоем. Друзья, как-то сделаю по-своему я. Немножко это очень толстое, не хочется мне. Маленькие закуски я делаю, друзья, потому что мы дома трое. Мало картошечки. Мало риса положила в курочку. Есть у нас русский салат. Закуски, друзья. Хватает нам. Так, и это можно вот так разрезать. Уже вот такой вот небольшой от брокколи салатик сделаю. Промою, друзья. Кастрюлька варится, водичка. Ну, по ходу действия покажу. Курочка запекается. Не знаю, будет вам видно. Курочка запекается, друзья. Угу. Мое устройство заряжается все вместе. Поэтому и крутить боюсь, друзья. Ну вот. Друзья, курочка наша готова. Картошечка готовая. Вот у меня ножик. Порежу я немножко внутрь лимончик. Не видно ничего. Ага. Украсим лимончиком. Ага. Как-то так. Ну, как бы для красоты, друзья. Так, снимем мы наши брокколи. Брокколи готовые, друзья. И пойдем мы сейчас праздновать. Пить вино. Кушать, наслаждаться, друзья. Вот как-то так. Столько нам салатика хватит. Маленькие, мелкие тут. То уберем с глаз долой. Так, друзья. Прикроем. Так. Брокколи. Нанесу я на... Отодвину, посмотрю, получится. Обрызгаем лимончиком сверху. Так. Порежем еще лимончик. Как бы придать красоту нашему блюду. Так, друзья. И обрызгаем немножко оливковым маслом, друзья. Наш салатик. Вот так как-то, друзья. Этот лимончик тоже будет здесь. Вот как-то так, друзья. Всех с праздником! Да, как-то вам все это я покажу, видно. Вот такая курочка, салатик, русский салатик, вино, друзья, маслинки, разные сыры, красная рыбка, кусочки бастурмы положим на стол. И вот будем праздновать, друзья. Ну вот как-то так. Всех моих греков и всех, кто празднует 25-го Христугина, Рождество, поздравляю я. Ну, 7-го тоже января поздравлю русских граждан. Ну, на этом, друзья, я с вами попрощаюсь. Всем мирного неба,
Всем всего хорошего. До нового видео. Здоровья всем, друзья. Всем пока-пока. Так, как-то преподнесу вот так и с вами попрощаюсь, друзья.